Лучшие книги нашего региона назовут сегодня. В библиотеке имени Шишкова на закрытии книжного фестиваля «Издано на Алтае» огласят итоги конкурса. Жюри в этом году пришлось действительно потрудиться. Победители выбирали почти из 900 изданий. К примеру, в прошлом году книг участников было почти на 300 меньше. Лучших определили в 7 номинациях: научное, поэтическое, детское, краеведческое издание, проза, лучшее художественное оформление и литература о людях Алтая. Авторы представляли только те свои работы, которые вышли в печать за минувший год. Результаты книжного конкурса объявят сегодня в 15 часов.